Давай парочку сыграем. Мне просто интересно, что там за шмот. Ну, он ни к чему доступ не открывает. Странно, просто роговский квест не нашел. Они открывают задание эмблемы синдиката. Чего? Да смотри, что у меня за роговский квест. А. И в конце репутацию. Там надо какие-то эмблемы у кого-то воровать. Так, а куда меня это послали вообще? Меня, кстати, в Хиллсбрат послали по роговскому квесту. Хиллсбрат. Ну это же есть, это что я говорил, 20-30, да. Не понял, где это? Ну вот это 20-30 слева. Понял, понял, понял. К нежити. Да. Ну значит придется нам туда идти. Угу. Вот блин, придется убивать кучу нежити. А друидовские ты все подделал или нет? Да вроде больше не дают. А, кстати, пойду гляну. Ну тут я сделал. Мне дали скилл снятия ядов, а я на второй левел выучил снятие ядов в 100 раз лучше скилл, который снимает яды, а потом еще раз в 3 секунды, раз в 2 секунды снимает яды. Неплохая у тебя тема, кстати. Против рох вообще обалденная штука, но единственное, что она больше, конечно, хилам подходит, потому что мне как-то в пантерке она вообще не юзабельна. Хорошо снимать яды с меня. Ну что, очень редко и эффективно, по сути. Скилла у меня не будет. На 28 у меня, короче, масс агар, который смысла вообще никакого нету от него в PvP. Угу. И еще одна тычка, усиленная тычка спереди у кота. Ну, толку от нее, если я бью бэками. И понижалка агра, если, ну, бьешь противника и понижаешь ему агр, да, котом. Угу. Смысла в PvP нету. Усиленный дот от завершалки. Насколько я помню, ни разу не доходил до завершалки. Я бью завершалками. Когда ты успеваешь, я не понимаю. Я просто не заряжаю их полностью. Они эффективны достаточно. Во-первых, я могу с завершалки повесить дот. Мне же больше никак дот не повесит. По сути. Ну, разве что я до себя поставлю на дот. Тогда я повешу дот. Омоложение еще будет. Не, я понимаю, но у меня есть нормальный дот. Во-вторых, он достаточно эффективен, по сути, сама завершалка. Ну вот смотри, тут же можно посмотреть ее левела. Где у меня вот эти завершалки тупые? Наносит 154. Вот, допустим, я на 3 зародился, он наносит 123 урона. А моя лобовая тычка, которую я бью, тоже за столько же этого, блин. Сейчас делаю, блин. Блин, где она? Как это называется? Вот она. Добавляет 15 урона к наносимым вашим оружием. Понятия не имею, что это значит. Но у меня написано 46-45. То есть плюс 15, это где-то 60, наверное, лобовой тычкой. Хрен, че кого-то ударить, посмотреть. Мне же самому интересно стало. Сейчас вот этого паука убью, который мне мешает собирать. Сейчас только отображение включу. Интерфейс. Ну, мне, если честно, намного легче спамить бэками. Не всегда получается просто. У меня почти всегда получается. Где-то на третьем уровне она уже эффективнее, чем просто удар такой же лобовой, допустим. Бэк-то понятно, что он наносит больше. Бэк у меня наносит 174 weapon damage плюс 48.
Ну смотри, это мне пишет 90 дамага в течение 19-12 секунд. Ну это на первом левеле. Это на третьем. 3 поинта. А бэкстап, блин, 54, ну и 225%. Ну там реально же больше, блин. Я там как минимум стольничек бью, как минимум. А затрат энергии, ну да, завершалка 30 энергии, та 60. Ну, хрен его. У тебя еще завершалка 30 энергии стоит? Ты охреневший вообще с этого, да? Конченые друиды, блин. Не, ну это конченая завершалка. Там другая будет завершалка, которая бьет, а не дотит. А, у меня 35 стоит. 25 ломалка брони. У меня только одна завершалка. Тут еще завершалка у меня стоит 25 энергии. А именно та, которая урон наносит, она стоит 35 энергии. Блин, где БГ? Час ночи. Да я понял. При этом дот лучше, чем этот, блин. О! Только стоило сказать, да? Надо было просто попросить. Не знаю, как по мне, все-таки мне легче спамить. Не, у тебя, да, у тебя надо дот кинуть. Дот я стараюсь кинуть очень часто. Отлично, у меня опять регенерацию маны как бог. Причем два паладина, да? И оба кидают регенерацию. Вот дебил. А, один нормально, все. Один мне кинул кулак. О, тебе тоже перебафы. А что такое? Или просто зашел. А, просто зашел третий паладин. Понял. То есть не все паладины дебилы, да? А процентов 30 нормальные пацаны, да? Вот этот вот, да, 30%. 33%. Ты так вообще занизил проценты, я тебе говорю. Зря ты тогда занижаешь проценты, зря. Вот смотри, статистика, да? Есть 6 человек, из которых 3 паладина. И обрати внимание, смотри, у тупых паладинов, смотри, какие пухи, видишь? И плащики. Сияющие пухи, плащики, да, желтенькие, плащики. И на пухах нарисованный такой, типа, как корона треххрельновая. А у умных паладинов... Это ПВПшные эти, походу, капитан, каптейн, сайдер, щирт какая-то. А у тупых паладинов, видишь, типа... которые бафают рогом и друидом кулаки. Не, ну вот этого тупого паладина ХП офигею. То есть умного. Так, что мы будем с тобой что-то типа пытаться дефать? Их не так много пока, тоже 7 человек. Кстати, у него есть тринка. Дефаем? Паладины справятся. Давай чуть подефаем. Может победа будет прерогативнее. Сейчас посмотрим по киллам, что там. Есть место? Да. Мана, кстати, классная штука. Меня мана очень сильно выручает. Мне бывают такие моменты, когда я не могу реформс делать, понял? А 300... Не бывает такого. 360 маны мне как раз хватает, чтобы реформу сделать. Интересно, у них нету, что ли, вот этого третьего бафчика паладиновского? Они его принципиально не юзают? Наверное, нету. Ну как, нету на этих левелах. Если я не ошибаюсь, мне он тоже дался на 30-х плюс. Даже на ЛК. А, ну да, мы же там X5 играли на легком вообще, ЛК. Да, там мы 30-й взяли на второй день. Черти шо, блин. Для девочек вообще толка. Угу. Для глупых школьниц, девочек, европеек. Ну да. Там можно вообще... О, пошло чмо. Отец подозревательный. Блин, блин, ну, там еще один, дофига, конечно. Блин. Я уже напал. Ладно, банишь. Ускорялочка. И... Слышишь? Ну спасибо, ты меня вайпнешь. Тебя разве спалили? Нет. Чё ты волнуешь?
Смотри, я их держу тут как бог. Со всеми поворотиками. Ну ладно. Сделай что-нибудь. Не, ничего, их все равно двое. Двое? Почему их не убили? Помог бы мне ханта убить, второго бы распедалили. Блин, 27-е, мы таких вообще фармили по 500 штук. Шаман уносит. Лах. Ну, отлично. Он носит слева его или куда? Через наше кладбище. Да? Вот да. Но он не сам там. Но наши паладины не дремлят. Черт, я же спрыгнул. Вы наверху их фармите, да? Да. Сейчас попробую догнать. Попробую встретить наш флаг. Ага, я зафармлю. Я понял. Давай, отлично, красавчик. А вот наш флаг несут. Но у него на хвосте орки, у него мало хп. Как бы так его подрезать? Меня убьют, хантец. Я, конечно, попробую повилять здесь. Нет. Хант в домах там у него злой. Ну ничего. Я остановил сапом тех, что на нашим флагом шли, и еще вторым сапом. Ну тут я, наверное, и отдамся. Но зато я, как бог, тут спас нашего флагоносца, он, наверное, сейчас сдаст. Да все, отвалите. Не, не отвалят от меня. Они, кстати, не очень мощные все. Хант у него мне много сносил. Спасибо, Рога написал. Вот убежит с 5%. О, у него Рога есть 22-й левел. У них? Да. Мишенька, надо дыхать. Они сейчас все толпой. Они все туда пошли. К сожалению, я там ничего не сделаю. Хреново. Я бы очень сильно хотел всех убить. Но... Ну иди стырь флаг. Ты где? К туннелю нашему подхожу. Давай ханту там что. Я далековато, ну сейчас попробую. А ловушка прямо. А, я подожди, я понял. Ну, флаг уходит. Да блин, ты можешь обернуться, пожалуйста, спиной. Все, не догнали. Никогда. О, остановился, постреляй. Черт. Не меня же стреляет. Я понял, что в тебя стреляет. Я хилюсь, я в домике. Блядь, отвали нафиг. Я его почти добил, но, блин, он зараза меня замедлил и к тебе бежит. Давай, добей его. Съешь. Без формы догоняй. Кушай. Вкусники. Пошли на деф, они сейчас сдадут. Вот, блядь, бар. Черт, меня берсек сейчас забросит. Да, наверное, это не спасу. Я же развернулся уходить. Двоих, ладно. Когда? Я же шпагоносы вниз. Видимо, по статистике у них немножко пожестче там. У них есть варьер, который, наверное, только что меня убил. Вот это он, жесткий тип. Да, берсы там реально рулят. А также ж два ханта, которые у них тоже выруливают. Я на деф иду. Блин. Они флаг принесли? Да, я же тебе говорил, когда мы фармили ханта. Я фармил как бог и был занят. Как раз, по-моему, тот вар, что тебя убил, но это не точно. Ты на дефе? Да. А где? А, вижу. Вау, куда ты пошел? Дело в том, что они ходят толпой. К сожалению, мы не отдефаем. Если толпой, то не будем трогать, сейчас посмотрим. Хотя у меня почти есть ускорялка. Почти есть ускорялка? А, в смысле это, в откате? А толпы то плохо, конечно. Если бы у нас тут был еще там, не знаю, хантец и хил, мы бы тут всех дефали как бы. Сейчас ломанутся. А орковизор у тебя тоже был, говоришь, на 30-х плюс, да? Угу.
полезный скилл. Недолго музыка играла. Пока что я один из топ ДПСеров. Я ж не убивал, я спасал. О, кстати, если мы флаг пронести, мы можем же дать две штучки, по идее. Они за флаги, походу, дают. Ну, Палыч, ну что вы так, блин, подводите? Да, блин. Кстати, у нас вот зашли. Так, смотрим. Паладин. К нам идет паладин. Да? Откуда у них паладины? Наш паладин к нам идет. А... Крутой ты этот. Я ж смотрю вообще, ладно. У нас есть раз паладин, два паладин, три паладин. Смотри, сколько позаходили. Не, так три паладина и осталось. Вар только зашел у нас. К сожалению, к нам один. Черт, видимо, вот это тупой паладин. А что он тебе, бафнул ману? Видимо, да. Видимо, мы не того паладина переоценили. И фиг поймешь этих паладинов. Все на одно лицо. Ну, я не знаю. Какой... Хотя, если честно, я бы тут паладином не вынес, наверное. По крайней мере, соло точно не вынес. Как они играют. Ну, представь, у тебя нету скиллов вообще, черти сколько, вообще там, ну, один скилл, я не знаю, ну, что это такое? О, у нас есть еще один. Лок. Лок. Наш. Ну, знаешь, дети ладвы вполне спокойно могут и не, фармить. Да если вот как потийная игра, допустим, вот как я шаманом играл, да, там, в принципе, даже не так критично, есть тебе скиллы или нет, то есть ты, да, на подхиле и такой вспомогательный. Два лока у нас, тю, так мы боги. А у нас уже фулка. Угу. Как, собственно, и у орды. Наш Палыч уходит в 4 килла уже. Мне даже кажется, что, возможно, танк, этот, блин, вернее, вар, если играешь, допустим, с каким-нибудь варом, жестким ДПСером, да, то предпочтительнее может даже паладин хил, чем паладин ТТ. Как кажется, паладин хил тоже может правосудием в кого-то стрелять и все. Я даже не уверен, что у него меньше ДПСа, хотя, наверное, меньше. Ну, по сути, у тебя оружие быстрее, если ты будешь перебафывать на себя быстрее вот эту херню, то, по идее, ты должен быстрее бить. Если я правильно понимаю. А у тебя вообще своего нету, да? Никаких? Медведь только. У меня увороты есть на... Ну, не с 5-минутным откатом, конечно, на 50% уворотов. Да, у меня ничего нету. Не, ну медведь достаточно дофига брони дает. Я понимаю, тебя убивают все равно. Все равно, как ни крути, там, маги, локи, насрать на мои увороты. Как и медведям на мою броню. Ой, в смысле, магам, на медведью броню. У медведя больше хп. Хотя, возможно, Да, натуре. Ничего себе. На 20. На 20? Ну смотри, вот так в пантерке у меня 814, да, а в медведе. А не, не на 20. А значит, она как-то интересна. На 300, видишь. Угу. Бай 20, странно. Может 20%? Может станем, а бай 20. Лок. Вот отличный ты медведь, да? Охренеть. Черт, и он меня еще испалил. Не, я одеваю нафиг. Да я, наверное, не смогу. У меня хант уже тут пошла, там метка, замедление. Да я ушел, блин. Я попробую, да я понял, понял. Охренеть, ты привел меня им ко мне. Да я куда мог, туда и бежал. Ладно. Ну я сейчас знал, где там ты. Да тупой бэт, отвали! А все. Козлы, блин. Ханты не слезают вообще никогда. Да, с хантами тут проблематично. Тут нет смысла вообще убегать даже. Они под этой своей аурой, блин. Угу.
Короче, все, дефать опять я не хочу. Мы вдвоем не справляемся с этим. Тем более, ты, короче, даже если мы там воевали бы вдвоем. Их раз, два, три, четыре человека. А забежало наверх два, они там в туннеле тупили. Паладин, фарми! Паладин говорит, я в соло всех убью, не посрать. Паладин, бубы, я паладин, то, что говорил. Причем он не шутит. Знаешь, мне даже стало интересно ему помочь. Отлично, мне тебе не было интересно помочь. А не, его уже на 40% раскоцали. Блин, он почти убил этого мага. А я убил ханта пока. О, сбросили флаг, красавчики. Давай, умри, хантец съесть. Не знаю, это стоило ли это. Ханта? Ханта стоило. Я понял. Он же себя убивал. А, ну да. Теперь они дошли. Мы захватили флаг. Все, я не пойду на деф. Я тоже. Я не вижу смысла. Они туда заходят толпой. И обрати внимание, наши тоже толпой ходят. Угу. Это стенка на стенку. Двадцать восьмой пристик. Команда у нее слабоватенькая, конечно. Так, будет мосфер или нет? Вроде же должен быть. Красавчик. Меня мах 29-й хочет. Свалил. Да блин, в последнюю секунду, что издеваешься? Где хантец, где хантец, где хантец? Да блин, нет, чёрт. Не иду. Зараза. Ну ладно, зато я одного убил. А то вообще шкалов не было. Ах ты ж мутаский хант. Ловушка. Угу. Флагом. Может оно и к лучшему. Да вот я ему кинул. Но убивать я его и не готов пока. Ого. Ого, там орды. Штук 500 где-то. Слышишь, а ханта нету в лагановстве, он, наверное, на базе у себя. Может, пошли его загрязем? Хули там хан? Блин, да хан наш этот вар вообще зло, он только что убил нашего мага. Поползем, не? Да, наверное, пойдем, самое дело. Ну, тут вар с локом воюет. Я этого ханта и сам убивал, ну, почти сам. Ну, почти убивал. Давай, может, вару нашему поможем, не? Давай, мастер. Да, да, помогай, помогай. Я уже. Да я не хочу, пока мосфера, но он не мосфернет. Ладно, попробуй. Блин, хана он злой. Не мосфернет, не мосфернет. Мосфернул, блин. Вара он убил таки, сука. Не-не-не, кастовать ты ничего не будешь. Ай, блин, шаман. О, блин, отстань. Отстань от пристика. Бля. Тупой шаман. Нет. А, черт, ладно, я ухожу. Да, давай, я умру. Вообще умрешь? Охренеть. Что-то сильно злой этот пристик. У меня так не откатывается, сбивал как аста. Не то чтобы злой, а то чтобы шаман, конечно, запорол вам все. Да. Буя, зараза, откатывается вот так вот. Вернее, не откатывается, она у него запрещает еще применение умений на дольше. У Валивара уже десяточек киллов, блин. Я вообще что-то в жопе. Я пойду пока что проверю, ну, третий этаж. Угу. Стараюсь тебе добежать, не нацепляв меток. Без стелса.
Так, ползу к тебе. Третий что там? Нету. Он над своим кладбищем, короче. Блин, Таурент, блин, охренеть. Хантец тебя спалил, да? Да, не знаю, я не понял как. Вроде далеко был, 27-й. Ладно, под ускорялкой бегу в сторону ихнего кладбища. Попробую на пофиг, все равно метка эта с меня не слезет никогда. Где он, говоришь, над кладбищем? Над кладбищем, да. Ты его только обойти надо будет. Я его вижу. Ну я на него нападаю, а ты там его грызи. Чтоб там, главное, не резнулся никто. Ты уверен, что так вот? Не знаю. Ты же говорил, ты его сам убивал. Я говорил почти и убивал. Нет, уходим. Тупая метка, блин. Не уйдешь, да? Не знаю, сейчас проверю. Мишку. Или ускорялку. А там большой очень урон у этого, у этих антов. Да блин, метка, блин. Надо было мне самому просто с ней дохнуть и все. Мне было лень афкашить 2 минуты. Тем более это там негде. Да ты там как-то напал с понт хп, там вообще зря мы на это. Я напали. Напал с фулкой, просто я напал лоб. А как я еще могу напасть с меткой? Там есть берсерк. Пошел я за берсерком, короче. Тебя? Угу. Черт, беги к домику. Бля, это тут вар дурной, да? Угу. Не там к домику. Ладно, попробую его воскресить после той смерти. Давай, давай, ну, 4%, 3, 1, ну. Есть. Спасибо. Вот как друг поступил. Я, наверное, не уйду, но... Тупая, блин, метка, ну ладно. Я вот не пойму, походу вар бежит такой, понял, и постоянно юзает, короче, понижалку атаки. И она выбивает с под стелса, как я понял. Наверное. Ну, один берет ярость. Не знаю даже. Может, они какие-то черческие эти берсерки в этом плане? Может, они как-то ее накапливают? Я в самой жопе, надо же с этим что-то делать. Все, не умираю. Самому смешно. Блин, это вар. Сейчас убьет этого мага. Волцы. Волцы не убьют. Да убьет, я тебе говорю. Вот сейчас посмотришь, смотри. Он опять в ОЦ. О, хантец. Как бы тебя закрытить? Я буду крысить, короче. Блин! Ладно, что ты решился. Ты же не гони. Оставь мне, блин, кого-нибудь. Осторожно, сзади лог бежит на тебя. Или мар. Мар. Черт, еще ханты все это мудацкие, парни. Из кладбища еще толпень. 28-й, 27-й. Вообще, есть кто-то моего левела, не? Офигеть, как он так делает? Ты смотри, что он творит, блин. А не жалко скорости бега на 50%. Это массовая у него уберсерка. А что он творил? Блин, по-моему, он мне просто массово зацепил. Наверное. Либо переключился, как на более легкую цель. Но паладины ему противостоят. Этому вару. Слушай, а мы с тобой не сможем с тобой это с кладбища их ловить? Как думаешь? Кого? Ну, кого-нибудь там. Кого словим наваляем. Варов, например, да? Варов не будем. А можно что-то попробовать, но, блин, видишь, какой-то прогноз не особо хороший.
Найти бы рогу того, который был там 20-й когда-то. Я вообще его не вижу, я вижу всех хай-левелов, все хотя бы на левел старше меня. А он, наверное, не вылазит просто. Ну, вот сейчас два роги и пантерка, мы должны тут уничтожать, разуплотнять просто. Или вообще, если они всей толпой пошли, то там никто не дефает флаг, вот. Что? Да. Бежит хантец. Да, но их там толпа, подожди. Двое. Два ханца. Ну давай вот этого ханца. Давай. Он еще и в метке. Ой, Мах тут тактически так сделал, все, мы все запороли. Так, он... где второй? Он пошел, наверное, уже обошел нас и ушел. Вот зараза шустрый. Не, не надо, не надо, не надо. Давай на кладбище. Мне тут нравится. Хоть что-то можно убить. Здесь получше убьют его еще раз. Тем более Мах хорошая замануха, все видят Мах. О, отлично, еще кто-то бежит. Даже 26-й? Ух тышка, я не знал, что там такие есть. Да давай нападайте, я говорю. Там один Мах, и все, больше никого нет. Ух ты, блин. Видимо ты, потому что я... Не. Вот блин. К сожалению, нет, но как-то уже мертв родился. Так, еще бежит двое. Но там, по-моему, Вардор. А я его засапаю. Надеюсь, его Мах просто уберет. Да я его сейчас сам уберу, чтобы не выпендривался. Блин, тупые ШП со своими станами. Че вы там, фармите их? Ага. Ну а Вар, с ним пускай Мах разбирается. Я сейчас, я не пойду с ним без стелса воевать. У меня еще 2 секунды дота. Блин, там их толпа, я ухожу. К сожалению, Мах умрет, но... Ну, он и так слишком долго. Придется пожертвовать. На войне всегда есть жертвы среди... Мау. Кстати, мы рогу эльфика потеряли. Очень жаль. А Мах убежал. Ладно, сейчас тут, по идее, должен быть рез поменьше. Вот рез поменьше. Кстати, флагоносец идет. Но он не один, к сожалению. 29-й. С престом я не хочу его убивать. И шаманщиком. И 29-м пристиком еще один. Блин, его бы зацепить, но я уже не успею, наверное. Да, он сильно узкий. Ладно, подождем следующей волны. Может, там один или два будет. Скауты. Давайте полотенчики. Мы потыкали флаг. Никак не спасти. Видишь, они, видимо, с дефером и флагоносцем решительно пошли уничтожать наш флаг. Да, а может он сейчас под каким-нибудь ускорялкой сам будет бежать этот флаг. Ну это вряд ли, конечно. Там же он вроде у ханта был. Это кто у нас? О! Нет, стой, стой, не надо. Да. Ну сейчас они все пойдут туда, а мы тыловых зацепим. Ну это не точно. Хотя он флаг, он стоит, все пробежали. А не, один возвращается. Двое. Понятненько. Блин, куда ни глянь, они повсюду, господи. Флаг уже у друида. Или нет? Нету ханта. Вот корова, видишь, отставшая. Ага. Да не блин, прикалывайся, блин, корова. Блин. Офигевшая корова. Ну сейчас мы будем ловить эту корову мудацкую. А нет, там флагон. Ух, нож он всех обхитрил, красавчик. Беги! Они все с той стороны пошли. Кто там его? Да, за ним гонятся, к сожалению. Там нормальная такая толпа. Ну видишь, прикрывают. Ценой своей жизни прикрывают. Давай, может, этого ханта прикроем, да? Сейчас, да. В кустах, его нормально тут в кустах можно запрыгнуть. Блин, не вижу спины его, все. Поверь, у него она есть. Я видел. Блин, меня лок какой-то бьет. Да, он тебя убивает, видимо, да? Да, наверное, не убьет. Я его, может, тут нашего, наши флаг бьют, но что-то они его не сильно... Блин, отстаньте!
Да шо ж у вас тогда хрена тут? Убил, да? Или нет, ушел, да? Красавчик. Нет, я не ушел. Я продолжаю фармить, блин. Меня, конечно, пернули. Там хантец идет к тебе. Пошли. Вот тут же самый, короче. Черт, к сожалению. Я попробую дать дёру. Я метку споймал. Она тут их бегает, блин. Да блин, идите в жопу! Беги! Беги, пантерка, беги! Нет, нет! Так как так вообще? Как он так быстро догнал меня, не пойму я. Кто, Хант? Да. Ну я не знаю, форму перерубил. Да не, ну блин, даже если бы он был бы под своей стойкой, я-то был под ускорялкой, блин. Под 50%. Это бред. Ну, может банка на скорость. Наверное, банка и форма. Надо было на него сразу дот кинуть. Надо было. Я жду тебя, короче, там же. Там мы уже проиграли, к сожалению, флаг. Я знаю, но может два штучки дадут. Так как мы один флаг все-таки отнесли. Предлагаю вычислять вот этого ханта, который тебя догонял, который Тауренша. Попробую его найти. 28-я, но я вижу ее. Где ты? А, ты там, ползу в твою сторону. А, вы ее там зафармите, да? Угу. Хотя на кого-то сейчас убьет. Не посрать. Хорошо, не сейчас отпрыгивалки нету, да? Ага. Ну. Так, я пошел в сторону кладбища. Надо хотя бы ей жизни не дать. Ну ты хоть нормально киллу настрелял, пока я там тупил. А че ты в сторону кладбища не идешь? У тебя мет... Я и пойду. Я просто. Он опять бежит. Маневр был. И вроде сам. Не сам, к сожалению. Еще один хан 27. И одновременно бегут. Я за коровой. Я понял, я тоже. А не, она не сама. Я же говорю. Ну, если ты начнешь, я этого засапаю. Ну не сейчас, подожди, скажу тебе, когда. Мне надо, чтобы они. Чтобы я мог их догнать хоть чуть-чуть. Да ну ладно. Тут как-то неудобно, они к толпе пошли. Я уже вижу все. Давай подождем, пока она отстанет или куда-то пойдет, или останется одна. В принципе, мы ее должны быстро убить, дуру. Ну просто тут и магия, и все на свете. Это самоубийство. Mm-hmm. Куда ты? Вот она куда-то идет. Ну, в принципе, так себе. Не так себе. Так, подожди, тут вар. Аккуратно. А, это не вар. Блин. И она... стоит на такой пью. Я хан, я крутой хан, пью. А ты куда прыгаешь, блин? А. Тупая орда. Нет, мне дали, к сожалению, только одну марку. Мне вроде бы тоже. Ну я еще раз. На тебя лидера. Угу. Хоть ждать не надо. А, уже началось? Не буду я тут стоять. Это всегда плохо заканчивается сегодня. Ну, началось только что, и, кстати, нас дофига, и кто-то уже из наших ливнул, а у них тоже. Они оба перепугали. В жопу. Я тебя бафну. Я прыгнул, черт, у меня яда нету сейчас. Ничего страшного. Приколы, у меня полтора стака ядов я просрал. Не то чтобы дорого, но это ж помни про них, понимаешь, то есть носи их в сумке. У нас тут маги, смотри, что творят. Угу. У нас два мага, блин. Вот этот мудацкий диссонарий, вот это мы уже не первый раз, это шаман, помнишь, хил? Вот так выбешивают постоянно. Ну, у нас тут два мага, которые, смотри, вообще божат. Я попробую за диссонари. Ну, он хилится сразу. Зафармим его, да? Он злой. Можно попробовать, конечно.
А ты далеко? Зараза, он обнаружил, каким он, отходи. Фух, не по тебе. Нет, я вот тут рядом с тобой хожу. Я его видел уже. Его уже кинули в него в сеточку, видишь? Да и лучше бы ему там урона настреляли. Давай настреляем с вами. Блин. Понятно, мне тут не нравится. Ладно, отходим. Сразу не успел, ну ладно. Как там неэффективно. А он твинк, он не очень хороший шмот. Ну ладно, давай другого тогда фармить. Вот этого, например, друида, который понес. Лах, как думаешь? Да не, за ним же бежит шаман этот. Сразу. Ну он там фармят наши, видишь? Маги, как бой. Ну, вижу Ну, блин. Блин. Ладно, это вот ханта можно. Я что-то такое помню, мудака. Фирьте его как боги. Так, лок. А, это не лок, подожди. Это ШП. А, еще что-то тут есть. Вар. Вар. Блин, хилить его что ли будет? Ну, наверное, добьем, да? Добил, отлично. Да. Куда ж ты бежишь, мудак? О, Масфир, вовремя. Я шеп кинул ему. Я видел, да. Ладно. Там шаман идет. Рид. Что такое, передумал? Шаман Рид. Хм. Странно, ты пошел. Да? Пропил, да? Него. Чуть-чуть. Я понял, да. А быстро снес, быстро. А он не один, там и толпа, ты чё, да? Семь. Я ему сейчас отомщу. Но это не точно. Не, он захилился. Хотя его продолжают там доты тикать на нем по-сумасшедшему. У него манки уже мало. Сейчас, наверное, шаманчик, стойте, не бейте его сильно, не бейте его. Все, я за тебя отомстил, нормально. Я долго ждал, есть. Пока туда ему натикают нормально. Тут у них 21-й прист есть, Кент. Да? Да, я надежда нащупал, не пойму где. Я даже ускорялку врубаю, встался. На-на, блин, на-на. Что-то я его не сваншотил. Ай, блин, Фир. Я убегаю. Я ползу к нему. Ай, блин, ну кто? Выходи с боя, выходи с боя, выходи с боя, выходи с боя, выходи с боя. Есть 27-й прист еще где-то. Вот он. Есть. Был 27-й прист у них где-то. Черт, Вар, не гони, отстань. Так, пробую тебя теперь найти. Вижу тебя, но, наверное, не уверен, что успею. Так, вижу цель. Блин, хилят, что ли? Блин, меня убили, короче. Вар там не кстати был, ну ладно. Я пока что не знаю, как с этим варами воевать. Да я, если честно, не знаю даже, что тебе сказать по этому поводу. Я видел как-то видюшку давно, как вар с друидом воевал обучающую. Но он там много медведя, понял? Да, понимаешь, дело в том, что... Не, я понял, что в медведе, но... Я не могу хилиться в медведе, я не могу это... Корни кидал, хилился. И корни вот я не кидал. Дело в том, что он меня очень быстро ваншотает. Если я как только я выхожу из формы, он не, ну на этих левелах возможно вообще вот эти все тактики до одного места. Тут вообще только у вас ваншотает, то ты победил. Да ну блин. Так, там вот мой любимый ханта-тролль. Да? Две. Подружья. 27-й шама, интересно, будет он его хилить или нет? Ну диспелит. Видимо, будет их хилить.
Выступаешь в толпе. Ладно, побегу за ним. Побэкстапаю его немножко. Там за тобой вот. Опять этот вар. Он, видимо, понял, что легкая цель. Попробуй его замедлить, чтобы он не думал, что ты сильно легкая цель. Слушай, этот вар легкая цель. Блин. Ну не я убил его, к сожалению. Да я ж не говорю, что он прям слабый, вернее сильный. Просто... Ты ж конченый вар. Просто я пока одного убивал, он меня убил. Так, пристиг 27-й, и там еще... Там за тобой бежит три кладбища. А, не за тобой. Меня какой-то хантец пометил. Опять этот вар. Блин, вара твоего что ли позамедляет лучше, чем добить? Блин, не догоняю. У него массовое замедление злое, конечно. О, есть замедлялочка, если шукать ее. А он уже меня не бьет. Хилят. Кто? Кто хилит, не пойму. И сюда, вар. Все под контролем. Черт. Блин, опять. Все не под контролем. Шаман, отстань. Вот ты чего пристал? Блин, шаману наверное... посрать, что я медведь. Ой, блин. Шаману вот. Моему тоже посрать, что мой Ваня там. Мудацкие шаманы, блин. Блин, у тебя 6 килов, у меня всего 3. Этот вар мне вообще не дает жизни, блин. Банки хорошая тема для БГ. А я понимаю, но блин, ты же... знаешь, что видел? Я видел на Арате, допустим, продавались банки. Угу. Я просто не помню, на какой левел я вот не посмотрел. И они там штапон стоили. И может на Варслонге продаются. Так, мне тут не нравится. Он, конечно, надотит сейчас этого ханта. Немножко. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, пока не стоит. Их трое. Сейчас да. Вот наши на них нападут, и потом мы этого ханта расскажем, что мы о нем думаем. А он хилится. Да, вот, пошли. И там бэкстап, да? Не замедлил. Черт. Я пошел на шамана. Давай, я добью этого сам. Не, не добью. Не добьешь. Блин, тогда попробуй хотя бы убежать. Не. Не смог. Это шаман не хил был. Он просто хильнул его. Ну. Хорошо, они злые, эти автоатакерские шаманы. Там у них магическая атака просто, понимаешь? Угу. Как у паладинов. Они же. Какая нафиг разница? Ну автоатака, блин, ну чувак, ну. Просто там 3-4 удара с его там фигнёй, блин, все. Ну, Валов то же самое, у них же автоатака. Угу. Ну только же Пала надо перебафаться каждый раз, чтобы он разбафнулся и все. Ладно. Где он там взялся? Вот, кстати, этот Шама убегает с пункт маны. Наверное, его не догоню. А ты где? Я? На базе что ли у нас? Ух ты ж, блин. Наш маг бежит с флагом, но его сейчас будет фармить 2 шамана. 2 шамана это слишком много. Блин, пытовики мне вообще, прикинь, 2 пэта, мне просто снесли 50% хп с 2 ударов. Охренеть. Надо было за хантов играть, да? Либо за локов. Да фармите уже этого шамана, шу в меню бегать. Ладно. Они прям все бегут самоотверженно. Интересно, этот чувак бегает вокруг меня, то что он хил, ему помочь? Ну, в любом случае это было глупо. Меня никто вообще не хилит, вообще никто, я не собираюсь никому помогать. Сдохни, тупой шаман, блин. Месть тебе, месть. Он еще бежит вар. Начинайте его фармить. Да вы задолбали, тупые свиньи, блин. Отстаньте.
Они за тобой, что ли, бегают? Да. Блин, я далековато. Да не важно, я пойду вара за фаром. Смотри, там его хилят. Кто? Он друлька за... Он тебя усыпил, вернее. Вот, сука. Ладно, ускорялка. Я попробую этого вара срезать угол. Он как-то тут тупит. Давай, ускорялка, подлись. Чуть-чуть. Все нормально. Ах ты же друля, говнюля. А, вот еще есть. Шаман. А я их ненавижу, но я далековато ползу. Хилится. Я ему уж ничего не собью. До свидания. Не выпендривайся. Я шаман. Я бегаю тут автоатачу, блин, как бог. Ага. Нормальные пацаны жмут кнопки. Так, видишь, контец? Да, но его хилит Дру. Да, давай Дру, наверное. Не, стой. Мах сейчас умрет, наверное. Я уже пошел Друха бить. А черт. Давай, концентрация. Блять, чуть-чуть не хватило. Кастуй. Опять не будешь кастовать. Блин, замедлялка, понятно. А что меня все время бьет, не пойму я. Таха. Да ебучий ВП-то, откуда вы вообще беретесь, блин? О, фирчик поймал. Охренеть, блин. Есть, спилкаст. Отлично, вот теперь ханта фармит. У него даже манны нету. Давай перебьем всех пэтов, блин. Черт. Ладно, убью пэта ему. Потому что он реально достал, блин. Где? А, уже? Я все время забываю, я ж могу их снимать. Только если... Нет, их надо убивать, блин, потому что они задолбали. А они, кстати, знаешь, что если их убиваешь, то они настроение падает, их надо кормить. Не беги прямо, вот ловушка. Мне Миш, пофиг, я и блин убью любой ценой. Я правее ловушки. А, за тобой шаман? А это черт, да. Блин, я вообще далеко, я обхилился. Он в волка превращается. Меня кто-то хильнул. Угу. Меня хильнул наш друид. 28. Вам бежит друид и шаман. И все орки остальные. Ну, шаман как-то оббегает, видимо, за флагом. Где ты? Я в стелсе сижу возле туннеля. Ну, пробегала меня толпа. Я думаю, вот сейчас лестница и пробежит кто-то там. Он вар тут есть. А, ну он не один. Там с другой стороны еще прист. Да я понимаю, но... Ну, прист 27-й. Да там и вар еще один есть, 29-й, который может нас пованшотать. Понятно. Неприкольное место. Бежит хант. Они его не видят? Отлично. Давай, Кент. Бегу. Где-то? Бегу. Дот повесил. Кидаю дот. Фидбэк. А, снимает яды бинтиками, скотина. Насрать. А что это за фигня? Есть вероятность, что где-то есть приз, который его хилит. Сука, ладно, не слезаем. Ну давай, ну автоатакой, блин. Видимо, хана приста не было. Он в мили... Смотри, он меня в мили раскуцал. Я знаю, да, они тут до хера. Хиль, шаман. Ладно. А не, он обходит, все нормально. 27-й, кстати. Неплохая, по идее, цель. Пойду на опережение. Нет, меня где-то... Хан, не пойму где. Нет, ничего страшного, он вроде один. Да хотя... нет, там их трое, там еще друид хил. Блин, Пэт, отбеги дальше. Вот, видишь, все. Но, к сожалению, метка. А тут флагоносец. Mm-hmm. Этот мудальский шаман. И его вроде его как... Его фармят, да. Я сейчас убью его тоже. Блин, хант. Можно любой ценой его попробовать убить. Блин, нету сбивалки. Ну давай. Нет сбивалки. А, черт, любой ценой, наверное, не запормлю. Надо флаг успеть. Прикинь, кто-то вышел с формы, сразу флаг, отлично.
Ну все, ну зато мы забрали флаг. А ты выжил? На... Не, я умер. Надо с Евинью это убить. Хана на там магу нашего растычу. Это, наверное, какие-то бытовики, слышишь? Наверное. Потому что реально на до хрена сносит. Тут есть хант этот мудацкий. Ну, не со свиньей. Кстати, а у чья эта свинья? Надо найти, блин. Ну, явно не тролля мужика. Чешина еще может быть. Где тут еще ханты? Ну, бьем тролля тогда. Какая не, подожди, разница? Подожди. А, ну давай. Хотя сейчас умрет этот. Не, не, не давай, не надо, не надо, не надо. Там еще справа. Фири, правда, бегает, но сейчас придет. Кто он бежит, видишь, мудак. 27-й. Лучше мы его убили. Но там уже их много. Он спит. Суккуби стоит. Ну, кто-то не сильно умный убивает эту всю фигню. Давай убьем. Я подхожу. Блин, да ладно. Отличненько, вообще захилили как боги. Наверное, мы его не убьем. Его да, захиливать наверное. Продолжает. Я прикрою тебя. Где твои ваниши все, блин, я не понял. Да, почти откатился. Блин, да, ну мне кинули думаешь... опять этот метку. Что ты думаешь, меня ваниши не спасают? Меня ваниши спасают. Ваниши откат 5 минут. Плохо бы талант, конечно, на него выучить. Но он только минуту 30 уберет в сумме. Интересно, много отвлечется их от меня, вернее на меня, если я пробегусь вот так вот с меткой по над стенкой. Нет, нет, немного. Никто? Вообще никто, зараза. Ты как раз в ту сторону бежал. Ну ладно, там давай, одинокий. Вар, вот он я, смотри, смотри, вот он. С меткой и несчастный нормально такой. Нормально все, вот сейчас будет. А, он тебя нашел. Только смотри в мишку. Мишку нашел. Спас... Да нет, я просто деру, да. А мы его фармим. Я понял, понял. Он у меня в прицеле держит тебя. Ага. Банку съел. Теперь тебя держит. Угу. Метка, твою мать. Ухожу. Пробую, вернее. Наверное, мне не получится. Твою мать, блин. Ладно. Блин, хрень там, какая-то. Там как-то им их много. Опять. О, метка слетела с меня. Да потому что на меня ее. Не благодари. Спасибо. И ну вот смотри, ну вот у них как-то есть хилы, да, а у нас как-то нет хилов. Да если у нас даже есть хилы, я же говорю, не хилят только себя. Меня вообще не... Меня один раз пристик хилил, я помню. И то я ему даже написал СПС, понял, типа. Он такой, типа, не за что. Я говорю, есть за что. Нет, ну дело в том, что хилы обычно не любят хилить рог и стелсовиков, потому да что... Да нет, ну знаешь, есть любят или не любят, а есть... Когда я выбегаю с пол хп, и у меня миллиард дотов, я вокруг него бегаю, ну хильни меня хоть пару раз, понял? Никто меня не бьет, никто не это. Такое много раз было, вот вчера особенно. Поэтому я решил хилу не спасать. Никогда. Тем более у Альянса хилы, к сожалению, злые. Угу. Беспощадные. И когда... Вижу орка с пол хп. Вара, но он хилится, зараза, уже. Беспощадные эти вот хилы, которые... Не, у него пока дот не перебивает хил. Давай, 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 нападай, я сейчас нападу. Если ты не убьешь. Бежит... И он фернул, давай. Давай, давай, чтоб хант не убил. Все, спасибо. Так, нам кто-то бежит. Не, уже не бежит, нормально. Поползли. Они убивают кроликов, когда никто не видит. Ну да. У меня вот хил никогда еще кролика не убил. Шаманчик, видишь, 27-й такой. Да. Шаманчик 27. Жду, пока он отстанет. Я не хочу, потому что там двое впереди. Смотри, сколько скелетов на этом БГ.
Ну, Локу посрать вообще, он там кидает доты как бог. Да нет, там замедляющий тотем, недоволен. Смотри, Пэт, убиватель тотемов. Это, кстати, единственное, что я не освоил на циркле. Но кто писал, я читал хантовские макросы, которые там тыкаешь, он там по приоритету тотем. Один убивает, тыкаешь по приоритету, второй убивает. Но я это реально не освоил, потому что шаманов, которые нас убивали, были реально единицы, вообще единицы. Да и к тому же, тотемы не такие уж там и страшные были. Там, мне кажется, там было очень много дебилов, вообще очень много, но... Ну что там тотем, ну блин, ну есть там тотемы, там обжигающие. Куда пошли? Не, обжигающие, есть же там и замедлялки, есть перенаправляющие, но они были не актуальны, так что я, так как я магией не бью, а он, видишь, наш флаг несет, что его интересно бомбит. Какой-то шаман. Без маны, красавчик, самоотверженно. Сейчас он топорина его убьет, тем более он в сеточке. Ой. Что происходит? Что такое? На тебе, шаманчик, на. Не, замедлялочка, чувак. Без вариантов. Ну. Плохо, а я шаманка. Пошли тут шамана ловить с кладбища. Блин, там какой-то гапон побежал. Друид. Ну ладно. Надеюсь, он будет один. Да, надо же бесить. Тут же смысл даже не в том, сколько убил. Хотя тут я плохо, что убил очень мало. А смысл в том, чтобы... Да я перестал просто заниматься фигней. Убивать одного и того же, чтобы его бесило. Давай быстрее, ты вообще какой-то шаман непонятный. Может, он не встал? Я резнул. Чувака, который реально лежит. Не резнул, прикинь. Пойди резни. Пойду резнул. У меня стол быстрее откатывается. Там, наверное, у нас возле флага там жесткая месила вообще. Резнул. Но он, возможно, не будет прыгать, раз он АФКшит. Вообще это мой стандарт, я нахожу нубика, понял, 20-го, там, теперь 22-го левела. Ой, есть. Убиваю его. Вот это потом... как раз этот, о котором я говорил. Как я его ненавижу уже. На тебе с формы. Что ты там кастуешь? Блин, удачно кастанул. Ну и я ускорялку связу. Наверное, я не догорю его под ускорялкой, да? Ну у него она быстрее закончится. Надеюсь. Там удавские друиды. Там тупик. Клянусь, там тупик. Ну ладно, как хочешь. А не. Это там дальше тупик. Сожри. Ладно, чтобы он еще в стелс не ушел. Все нормально. И резну его. Ну мы флаг. Волнует эти тупые флаги вообще. Шаман, интересно, не проскочил? Вон, идут шаман и вар. Вар отстанет. И еще шаман. Еще чё? Шаман, и еще... 21-й! Да мне пофиг вообще. Мне есть ваниш. А он, кстати, отстал. Всем посрать. Все нормально. Можешь даже ваниш не юзать. Я не собирался. И еще резко. И идет хантец 29-й. Немножко раскоцался. Этот тролль не очень сильный, насколько я знаю. Давай попробуем. А что ты не включишь стойку на бег? Ты что, нум пилишь? А, блин, смотри, он обезьяну включил, когда его начали бить. Это типа увороты. Я даже такой не включал никогда. Так, где там этот наш нум? Надо его резнуть. А он резнулся уже. Так, ну тут уже нормально. Ну, я зато я вижу нашего нубика.
Прист под щитком. И хант. Меня волнует прист. Тогда ханта, наверное, пропустим, да? Да, пропустим. А если прист побежит за ним, то я ханта сапну. Смотри, какие вычислятели просто вообще. Кстати, это его свинья, видишь? Ах ты, стварь. Блин, там еще один. Ну, уже плохая идея. Убьем только, знаешь, приста. Да, подождем лучше. Он как раз все сейчас разойдутся. Он подумает, что все ушли. Давай. Баю, баюшки, баю. Ну, солнышко. Ты уже фул манка, сколько можно? Да ну не исполняешь, там все время просидишь, это скучно. Ладно. Там еще шаман. 27-й, может его да убьем? Иди за шаманом. О, он присы пошел. Убиваю приста. Не убью. А? Не убью. Ладно. Давай. Там же шмосфир. Ну когда они убил, на ловушку бежишь. Черт. Так как так? Охренеть, блин. А что ты? А как ты узнал, что она там ловушка? А я их вижу, я тебе говорю. Черт, не хочу, я ухожу. Доты тупо тикают, а он в толпе. Ну мы сейчас прям в толпе там убьем, нормально. У меня ваниш есть, только доты кончатся через секунду. А это что, тоже дот? Да, дот через 5 секунд. Я его все еще в прицеле держу. Я тоже. Только не убейте его до меня. Он меня очень бесит. Сука, блин, много их. Ну, мама, конечно. О, зато он атмосфер просрал. Странно. Ладно, я даже пропустил раскоцанного. Не уйдешь. И ты, тварина, блин. Блин, нет, он уйдет, уходим. Ну, а, да, его хитят, споймал фир, вышел с формы как неудачно. Ах, ты ж тупая свинья. Блин, не развернул их даже через ваниш, зараза. Так, ладно, надо убить того свинью. Я пошел на кладбище их, я опять сейчас ждать приста. Ну вообще надо убить свинью, ты прав. Прист идет через центр. Блин, а как я стел снял? Ну, ладно. Давай сам пока, потому что я на кладбище. Угу. Много их. 27-й. Блин, у него ж атмосфер есть. Я буду ждать там. Наши примерно в ту сторону идут. Угу. Ну и вот по-любому кто-то косный. Ну, зараза. Ну ладно. Да ты нормально пофармил. Ладно, теперь я быстренько слету, у меня как раз туда ТП. Да и я туда пойду. Три штучки, да, три. По дороге куплю себе ингредиентов для яды и на ваниши. Когда будет откат всех умений, мне будет чуть полегче, конечно. Так, продать вот это все равно. 5 голд, нормально. Так, что у меня там кончилось? Таких вот. 4 и куб. 1, 2, 3, 4. 5. Все, можно идти по чуть-чуть. Только я, да, наверное, себе все равно перебафаю. Вдруг мы сейчас кого-то встретим. Mm-hmm. Блин. Смотри, еще одно вставать, блин. Что тебе завтра? Я же говорил. Так вы в кино днем ходишь? С утра пойдем. Мне тоже завтра надо вставать. Черт, я не купил ингредиентов все-таки. Ладно. На свечом другие дела. Надо завтра горло вылечить. Так.
Храбрый 25-й вар. У нас что, красавчик? Прямо вот так вот и идешь? Красавчик. Уважаю, конечно. И реагирует, еще так поворачивается. Ну почти. Он немножко не догоняет, но. Роги не знают, что такое благородство. Датская, блин, минус 56. Катак повару, блин. Это считай минус баф паладина. 141. Да, это очень крутой дебаф. Получается 206. Ни хрена себе. Считай больше, чем на четверть. Почти на треть. Да не, мне намного больше все-таки. У меня всего лишь пятая получается сейчас. У меня аж 257. Да? А, ну ты же двуручный типа пухой. Повара ты имеешь, да? Ну так повара. 206. Не, вары прикольные. И по дебафам. У меня тоже такой есть дебаф. Мишки? Угу. Но им неудобно. Я его не знаю. Там же вара не только это. Получается, по сути, вот взять крутого вара, ну я беру бульменька так лизновского, так как лучше разбираюсь. У него, получается, есть минус атак повар, минус скорость атаки, вот этот молот, угу, который он массовый. Потом есть массовая замедлялка. Это уже по массе, смотри, сколько. Есть массфир, стан. Если брать танка, то у него стан с щитом. Замедлялка точечная, понял? То есть у него там, он нормальный у него набор. Причем у него стан с щитом, если не ошибаюсь, откатывается охрененно быстро. Ну, по крайней мере, на катаклизме откатывался. Я даже хотел как-то арендить именно варом прото, но ему нужен подхил, а у тебя друид. Ну медведь как вар, ну немножко слабее, конечно, в этих планах. У него больше откаты, меньше всяких. Брать даже скачки, да, у вара в прото получается два скачка и один еще я куда. Я знаю половину скиллов вара, да почти все знаю скиллы. Да я уже назвал скиллов без ДД скиллов на две панельки, я не знаю. Там, конечно, макросами решалось много что, но все равно. У Мишки хватает скиллов. Ну и плюс защиточные у него там скиллы из серии паладинских два штуки. Ну и с длинными откатами тоже два штуки, плюс еще регенка. Ну еще вары могут снимать с себя фир, по-моему, твой медведь тоже, да? Фир? Нет. А вот этот скилл, который перед тем, как легенку юзать? Он же, по-моему, фир не снимает, он же снимает, по-моему, какую-то другую хрень. Хотя, может, и фир. Я точно не помню. Искушение, или как-то так оно называется там. Искупление. Искупление, да. Да, вот у меня, по-моему, точно такой же скилл он снимал фиры. Это хорошая фишка против лодки. Если что, в речке чили прибачит. Угу. Ты по мосту прошел. Угу. Так, тут 27 рога. Ну ты далеко ушел. Я знаю, я буду бежать вместе с ним. Я буду ждать на дороге, не доходя до моста, чтобы меня чилик не убил. Он почему-то не решил свернуть. 27 шаман бежит тебе навстречу. Ну тоже я не успею. Как раз на черепе. Хреново. Я его закорню. А череп не? Я обосрать. Далеко. Ну ладно, я без стелса беру. Пусть постоит в этих корнях. Угу. Лыс, постой. Тут. Спасибо. Пойдет.
Видишь, черт, что ли? Это что? 21. Давай быстрее. Нормально так, да? Быстро, черт. Ну, надеюсь, он добрый. Входи, да, он добрый, он тебя выделил. Черт, не, он не добрый. Возвращается. Он злой, он очень злой, он... Сап. Я пошел в лес. В лесу хорошо. В лесу мои друзья, олени. Блин, я второго засапал. Тут меня вообще со всех сторон эти черепа, два штуки. Попробую уйти, но это не точно. Тут в лесу два мага. Блин, тут в лесу толпень гварда, вот этих, которые они квесты делали. Вот она стоит. Чуть на них не напоролся. Блин, надеюсь, меня не будут тут искать. Но я сомневаюсь. Блин, тут в лесу вообще классно. Тут принцики, да? Магии, 22-й, 23-й. Черт, он ко мне бежит опять. Зараза, блин. Ну все, прощай, Кент. Жаль. Нашел. Не, ну здесь проходной двор, так что, в принципе, не вариант. Можно было бы, конечно, их пофармить здесь. Они тут волчиков фармят. Природу мою. Ну я почти выжил. От двух черепов, представляешь? Бежит череп, блин, я ему успел сап, понял. Бегу от него под ускорялкой, мне навстречу второй череп, я ваниш, сап. Этот лог полное говно, отвечаю. Он, короче, только тебя убивает. Мимо других пробегает. Смотри, тут фармеры бегут наши. Ой, вражеские. 21-й, 24-й такие. Фармят наших вообще, 23-й. Зачем издеваться? Жишь мертвый. Психи тут просто уничтожают, блин. Я бы, конечно, сам их всех убил, но, блин, я боюсь. 21-й, 24-й, это не такие же маленькие, если честно. Так, Пристик, я думаю, он добрый, но Пристик добрый побежал. Меня, кстати, не лог убил. Да? Меня Хант убил. То-то я думаю, что он пробежал мимо другого чувака и не тронул его. Он же возвращался зачем-то за мной. Вижу Вара с гвардами. Слить бы его, конечно, под гвардами и смыться, но у меня уже, зараза, ничего нету. А там были повкуснее цели, я же тебе говорю. Которые волчика пальмят. Природу, блин. Со мной, кстати, бежит наш вар. У которого ник поедатель нубов. Кто-то съел. Может, это Толя? Пойду проверю точку. Может, они еще до сих пор там фармят? Да, они там еще... Шаманчик 27-й. Блин, я пока допигу. Нет, к сожалению, они уже ушли. И шаманчик 27-й убежал. Чёрт. Я хотел меня убить, может, я знаменитость? Вот он, вар 24-й. Ничего, сейчас может быть, но это не точно. Я куплю себе второй кинжал. Так, кто-то бежит по дороге, 21-й лог. Блин, и сразу такая цель. Успеть бы, не уверен, что успеваю. Успеваю. Нормально. Блин, еще кто-то бежит. 20-й друилька. А я ненавижу друидов. Я ненавижу друидов. Он меня застанил. На него медведь сагрался. Убей его, медведь. Черт. Он хильнуться успел, пока я в стане был. Все нормально. Остань, медведь. Привыкали со своих степей. Поприходило, блин. Стадо, блин. Природа. Будем фармить ночью, пока все спят, блин. Сих, блин.
Мне завтра, конечно, тяжелый день. Да. Ну, ну надо. Никто, кроме нас. Так, что там, 24-й Махви же фармит. Буду в красный стелс, потому что у меня спалит. Так, давай дальше, друг. Блин, Аркана. Не факт. Просто долбанул аркановым скиллом. До свидания. 24-й, это ж один... Он 17-й, Кен. 17-й, постой! Блин, главное, стой. Стой. Слава тебе, Господи, что вы такие тупые. Ладно, пошли. Сразу надо отбегать как-то. Так вообще, что не бояться ничего? Чтоб я вот так вот афакашил бы. Да, блин, хоть куда-то, блин, зайди. О, кто-то наш, блин, гном. И не летним за это бегать потом. Или такой, ну слава богу, еще раз бежать. Вот повезло. Да. Хоть бы пухи, блин, появились. Это было бы просто идеально. Я бы хотя бы знал, что на любой уровень у меня есть оружие. Ну там, каждый 10 левелов, его можно менять. Остальные шмотки, в принципе, не так важны. Правда, они, зараза, дорогие. Не, ну... Интеллект, ой, интеллект, ловкость важна. Не, важна, я понимаю, но все-таки пухи важнее, чем любой другой шмот, все равно как ни крути. А, наверное, да. Ну, тебе не знаю, может быть, у тебя и другие какие-то эти... Так, я должен попробовать заскочить как-нибудь. Я уверен, что орки нашли способ у себя заскакивать. А, у них же не надо заскакивать. Не. Ну ладно. Вообще-то тут есть корень. Я пробовал у него запрыгнуть. Ну, неужели вы настолько злые разработчики? Да черт. Ладно. А как тут ханте сделал? Надо найти такой... Такую фигню. Не, не такую фигню. О, есть. Ты на корень запрыгнул? Нет. Я чуть дальше обошел. Вот там по дереву, что ли? Ну, возле дерева, да. Хм, еще что ли дальше? Странно, это вообще далеко. Скажешь, сколько дадут и опыта, и... А я ж типа должен знать, где ты запрыгнул. Сейчас. Эти, вроде здесь. Да, здесь я нашел. Там должен написать. Мне надо посмотреть, главное, эту. Продолжить. Да столько же дают. Репутация. Репутация столько же, да? Да, столько же. Столько же один в один дают, к сожалению. Но ты уже поднял, да? Да, я поднял репу, и теперь у меня тут почему-то квестик могу сдать. Ну ладно. И мне дадут какое-то награждение, ящичек. А в ящичке 20 еды и 20 бинтиков на 640. Хрена себе. Еда у меня как раз кончилась. А еда, которая добавляет и хп, и мп, я смотрю. Да, ну, причем очень много. У меня столько никогда в жизни не было. Но бинтики, к сожалению, нужно умение пользования. Ну, я умею. Я его ищу. Не суть. Товары. Черт, ни хрена. Может, перезайди? Может, перезайди, может, какого-то другого. Ну, ладно, сейчас перезайду на всякий случай все-таки. Не разойдись. А не за бинтиков же сюда бежал, блин. Они, конечно, охрененные.
Блин, написано пухи у нее. Ничего не знаю. Так, покажи мне свой товар. Нема ни хрена. Охренеть, блин. На 35-й левел банки продают по 5 серебра. Это надо иметь в виду, кстати. Они, кстати, чуть-чуть лучше, чем мои, но все равно. Может, для БГ на том уровне будет это не сильно круто. Блин, хреново. Может, у того НПЦшника. Я очень расстроен. Ни хрена. Офигеть. Ничего. Ясненько. Ну ладно. Не ясненько. Пожалуйста, тогда отсюда. Везет, блин, а мне бежать в город вообще. Блин, а что ж надо тебе? Может, мало репы? Но это все равно ничего не дает. Это очень много БГ. Теперь надо 6 косарей. Низина орать я знаю, где. А где этот... Интересно... Как она там третья называется? Третья БГ. Ну ты здоровая, Альтрак. У нас тоже есть где-то? Ну да. А где-то? Ну локации такой не знаешь? Ну она снежная. Видимо у гномов. Ну она видимо какая-то хай-левелская. Может 30-я плюс, это очень хай-левелская локация. Ты ответишь мне за этот тупой хант. Не. Какой промах? Ну блин, амбушем, ну блин, ну нечестно. А гварды. А он с гвардами квестики делает, понял? Угу. Тарик, это тоже гвард. Блин, странно, наши гварды им проигрывают. Хорошо, у них легкие квесты. Охренеть. Надеюсь, ты его не сделаешь, мудак. Тебя что, убили? Не-не-не, я его убил. Интересно, как узнать здесь рейтинг меткости, или его здесь не нужно здесь? Я не знаю. Не видел нигде. Хотя... А, подожди, а это... Мили-атак, ты же говорил вроде, определяет вероятность попадания. Эффективность. Ваш рейтинг атаки определяет вероятность попадания противнику и зависит от уровня владения оружием. Странно. 21-й вар туда же бежит. А не, он не туда бежит. А не туда. Ладно, в жопу пойду. Город. То есть вот это вот верхний показатель, по идее, он нам сейчас не важен, который мили-атак, понял? Это всего лишь владение... Чёрт, череп. Ну не надо. Мне же аж спать. Спасибо. Я никого не пощажу. Ну тебе спасибо. Блин, плохо. Ну... Я разговаривал с типосом, не знаю, насколько он продвинутый, но он мне рассказывал, что типа, ну это до того, как я узнал, он говорил тут, понял, а потом он там с кем-то поговорил и говорит в шторме, такой, нет, извини, только в шторме. Но в шторме единственное место, где может на его купить, это ж получается вот эта херня, то есть куда мы не заберемся. Ну в принципе вроде бы киллы идут вверх. Я даже уже знаю, знаешь, мне кажется, даже и 1000 киллов не такой уж, не так уж и много. Не да. Предел, черт. Даже вот полторушку не можно.
Да, ну там в районе 2000 реально. У меня 994. Может, пока я добегу до города, у меня будет 1000. Потому что, судя по всему, это выйдет. Одна крыса, парниш, блин, так и знал. Убежал бы со мной хардкорно, как все хардкорные роги. Я хочу спать, у меня завтра куча важных дел. Ладно, все, давай тогда, пока. Давай.